Нам поступил вопрос. Сегодня поняла, что сейчас количество страданий в моей жизни сильно превышает количество объективно плохих событий. Отсюда возник вопрос, а как вообще заметить или определить границу между неизбежной болью и опциональным страданием? Ну, типа вот есть чувства, у меня сейчас они такие. Например, боль, горе, печаль, страх, тревога. Как от них не убегать и не бороться, а проживать, но при этом не заваливаться в расцарапывание вавки? Есть у вас идеи? Я не знаю, что такое вавка, но догадываюсь. То есть, наверное, такое вот расцарапывание раны. Ну, идеи есть. В общем-то, вся буддийская созерцательная практика преимущественно на это и направлена, на работу со страданием, на его изучение. А когда мы изучаем, то что мы делаем? Когда мы исследуем, мы проявляем любопытство. Да, мы начинаем всматриваться. Собственно, это, как я понимаю буддийскую практику, это и есть ее основа. Мы всматриваемся в тот процесс, который протекает прямо сейчас в нас. Тот процесс, который мы переживаем. Вне зависимости от того, приятен он или неприятен. То есть идея такая, что есть события. Эти события вызывают в нас переживания, чувства. Если здесь речь идет об эмоциональном переживании, то значит вот это чувство. Хотя они могут вызывать, например, просто физическую боль. Вы выплеснули на себя кипяток, это событие. Оно вызвало боль, страдание. Мы можем работать и с этим, с физической болью. Но вопрос касался в основном эмоциональной боли. Так давайте на этом и остановимся сейчас. Итак, возникло какое-то событие. Ну, например, в отношениях с другим человеком. Вы поругались. Из-за этого вы испытываете досаду, может быть, обиду, раздражение. Соответственно, если мы с этим никак не работаем, то вы просто погружены в это, и у вас есть какие-то уже выработанные жизнью методы взаимодействия с этим. Наиболее частые методы – это либо полное вовлечение в это, то есть когда мы переживаем, или уход от этого, когда мы стараемся отвлечься на что-то, заглушить эти чувства. Здесь очень большой у нас может быть спектр действий, как мы это делаем. И это не то чтобы плохо, например, отвлечься на что-то другое. Это один из способов взаимодействия с этими чувствами. Его проблема состоит в том, что он автоматичен часто бывает. И он уводит нас от части реальности, с которой, может быть, имеет смысл как-то взаимодействовать. Потому что если какое-то чувство возникло, оно о чем-то нам говорит, оно о чем-то нам сообщает. Предположим, если это конфликтная ситуация, то, может быть, имеет смысл пойти в этот конфликт, потому что конфликт говорит о чем-то в нашей жизни. Он сообщает нам о том, что нужно что-то здесь решить. Если у нас единственный, наиболее частый, автоматически выбираемый способ – это уход, уход от чувств, а значит, от конфликта, тогда да, этот конфликт не решается. Он продолжает и продолжает возникать в жизни. Так вот, буддийский метод созерцательных практик состоит в чем? В исследовании. В том, что мы начинаем всматриваться в то, как именно мы переживаем нечто, переживаем какие-то чувства. Когда мы начинаем всматриваться, то что мы находим там? Ну, собственно, мы находим процесс.
процесс переживания. И вот тут важный момент, как именно мы наблюдаем этот процесс. И что именно мы делаем в этом наблюдении. Вот в этом буддийском методе мы наблюдаем, как этот процесс репрезентируется нам. То есть, как он представлен в нашем опыте, в феноменальном опыте. В виде каких феноменов он возникает в моем восприятии. Мы как бы его начинаем разделять на составляющие. И вот тут-то мы обнаруживаем, что он неоднороден, что это какие-то волны переживаний, и что они состоят из разных модальностей, так называемых. Например, телесной модальности, кинестетической. То есть, когда у меня возникает какое-то чувство, то где оно возникает? Где именно я переживаю это чувство? Ну, оно проявляется телесно, в виде каких-то определенных ощущений. У меня меняется дыхание, у меня меняется сердцебиение, у меня что-то сжимается, что-то, может быть, расслабляется, я, может быть, теряю чувство физической опоры. Это все физические ощущения. Все физические процессы. Например, если я раздражен, я дышу определенным образом в этот момент. Если я подавлен, то у меня, может быть, комок в горле возникает, и опять это влияет на дыхание и на ощущение, вот, собственно, в горле в этот момент. Если у меня горе, то у меня, может быть, камень на сердце. Да? Это физическое ощущение. Если я взвалил много на себя обязательств, то где я их чувствую? Где-то вот здесь, в плечах, может быть. Если я испытываю страх, то где он? В груди, в животе. Он как-то проявляется, этот страх, физически. И тело в этом смысле очень хороший инструмент и очень хорошая область наблюдения феноменов. Как они возникают? Чем она хороша, эта область? Тем, что эти процессы там происходят достаточно медленно, достаточно для того, чтобы мы могли их заметить. Потому что, например, есть другая область, область наших мыслей, образов, слов. И там процессы чаще всего происходят гораздо быстрее, нам сложнее их замечать, во-первых. А во-вторых, очень часто вот этот процесс мышления, который репрезентируется либо в словах, в звуках речи, либо в словах, написанных как будто бы, либо в образах, либо в каком-то конгломерате этого всего, часто это нас захватывает, и нам сложнее изнутри этого наблюдать именно феномены. Мы как будто бы оказываемся внутри этого образа, а не наблюдаем его снаружи. А вот телесные ощущения, их можно наблюдать, большинству людей сделать легче и наблюдать как процесс, что никакое телесное ощущение не остается постоянным. Поэтому если я чувствую, что у меня комок в горле или что у меня напряжение в животе, если я туда направлю свое внимание, то я замечу, что это нестабильно, что это меняется. И не только меняется само по себе, но я могу с этим взаимодействовать. Если я, например, как-то вздохну поглубже. Если я позволю этим ощущениям как-то смягчаться, растворяться, не сразу, может быть, конечно, все это происходит постепенно, на все требуется время. Тем не менее, я начинаю через это исследование нащупывать пути изменения. Например, если я чувствую, что у меня мало сейчас переживания, чувства физической опоры, то я могу своим вниманием, добавлением внимания в эту опору, в этот контакт с опорой, добавить себе эту опору. Если я чувствую, что у меня дыхание перехватывает, я могу изменить как-то дыхание через эксперимент. Что если так, а что если я так попробую? То есть генеральный подход в нашей практике – это то, что мы обращаем внимание на сам процесс, как чувства предъявляются нам, как они возникают в нашем восприятии, в переживании.
на их фактуру, на их репрезентацию. И когда мы начинаем вот это исследовать, то тут же мы можем заметить еще один аспект. Этот аспект я рассматриваю через модель двух модусов переживания жизни. Первый модус, тот, который я называю присутствием, и он связан непосредственно с переживанием. Что происходит прямо сейчас? Я чувствую это, я переживаю это, и я присутствую в этом. Вот в этом времени, которое есть прямо сейчас. Это первый модус. А второй модус я называю историей. Это все, что приходит из прошлого и проецируется на будущее. И это происходит постоянно. Мы постоянно ориентируемся на прошлый опыт, на нашу память. Постоянно каким-то образом прогнозируем будущее. Поэтому никакое чувство не может быть просто сейчас. Оно всегда опирается на прежний опыт и проецирует себя в будущее. И эта память, она не только где-то в нашей голове, вот в этих фантазиях, в образах, в мыслях, в словах. Эта память существует также и в теле, в виде вот этих сжатий, расслаблений, в виде напряжений, часто хронических напряжений, постоянных, в виде изменения дыхания, в виде изменения сердцебиения, память о каком-то, например, стрессовом опыте или даже травматическом опыте, остается в теле. И потом, когда некая ситуация возникает прямо сейчас, она возникает не только сейчас, но она как будто привлекает еще и опыт прошлого. Какие-то наши прошлые реакции на похожие ситуации, может быть. И также она проецирует нас в будущее. Мы начинаем фантазировать, а что будет дальше, что будет дальше. Например, в развитии этой ситуации. Или, ну, какой-то простой пример. Когда нечто произошло в недалеком прошлом. Ну, не знаю, полчаса назад кто-то вас обозвал обидным словом. И этот человек вам не безразличен. Его мнение о вас важно для вас. И вот он вас обозвал. То есть конфликт вот этот случился не прямо сейчас, а какое-то время назад. И это не уходит. Это возвращается и возвращается, возвращается и возвращается. И вот прямо сейчас, может быть, этого человека нет рядом с вами, нет в вашем пространстве. Но вы продолжаете с ним, например, ругаться. Вы продолжаете как будто перемалывать эту ситуацию, пережевывать ее, пережевывать, пережевывать. А вот если бы он это сделал, а я бы ему это сказал, а я вот это, а вот так вот. То есть получается, что мы обращаемся к прошлому, к прошлой ситуации, и сразу же проецируем ее на некое предполагаемое будущее. Или на некое воображаемое, некий воображаемый исход. Вот если бы получилось не так, а так, если бы я тогда не промолчал, а вот сказал бы, а вот что бы было. Получается, что здесь? Если мы применим тот же метод буддийского исследования и переключим внимание на процесс репрезентации, то есть мы как будто бы выйдем из этой истории, из погруженности в историю, в сам процесс. Но как мы это сделаем? Как мы выйдем? Как мы можем выйти из истории? Во-первых, надо вспомнить об этой возможности, что она есть. И она у нас есть. Как? Именно увидеть историю как историю, увидеть, что все, что я думаю сейчас, это лишь образы в моей голове или где-то там, где они, эти образы, существуют. Это образы, слова, мой внутренний диалог с несуществующим сейчас человеком, вот несуществующим прямо здесь. Он остался в прошлом, полчаса назад, день назад, 5 лет назад, может быть, это произошло, а я все еще думаю об этом. То есть сейчас, в данном месте, в данном пространстве, в данной реальности этого не существует. Оно существует исключительно в моей
голове, в моем восприятии, в моем сознании. И если это в моем сознании, то так ли уж это страшно? Бывает этого достаточно при определенной тренировке, когда я распознаю, что это всего лишь какая-то история, несуществующая, это всего лишь какие-то образы, я их распознаю вот так вот в прямом виде, как они предъявляются мне прямо сейчас, как феномены. Образ, слово и так далее. И оно бывает, что лопается, как пузырь, потому что этого нет, потому что вот то, что есть сейчас, вот моя комната, вот компьютер, камера, это я вижу. А человек, который меня обидел или как-то пытался меня задеть и задел, может быть, он остался в прошлом. Полчаса назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Нет его сейчас. Вот здесь нет, в этой комнате нет. И вот само это распознавание, оно бывает, уже приносит облегчение. Фух. Это не значит, что оно исчезнет и все. Скорее всего, это снова вернется. Но тогда я опять буду распознавать. Опять увижу это как процесс, разворачивающийся у меня внутри. Но очень часто этого недостаточно бывает. Потому что беспокоят нас ведь не просто образы, а беспокоят нас как раз чувства. А чувства, как я сказал раньше, предъявляются нам во многом в виде телесных переживаний, телесных ощущений. И тогда опять имеет смысл взаимодействовать с ними, как с процессом. Итак, мы разделяем. Вот есть образные какие-то представления, слова, а есть телесные ощущения. Мы уже разделили немножко историю и вот это прямое переживание опыта. И дальше мы можем наблюдать это все как волны переживания. Окей, если эти образы уходят, они могут действительно лопаться, как пузырики, когда я просто распознаю их как образы. Ощущение тела – это всего лишь ощущение тела. Мы можем переживать их как волны энергии. Например, волна печали – это волна энергии. Волна гнева – это волна энергии. Волна раздражения, волна чего угодно, в общем-то. Они нестабильны, они меняются. Они как-то текут. Но это только часть процесса. Это еще не все. Вот это созерцательная часть, когда мы переключаем внимание из истории в процесс. Из истории в процесс. Сколько бы раз история не возникала внутри, столько раз мы можем переключать свое внимание на процесс переживания. Но когда эта история нас немножко отпустила. И когда процесс дошел более-менее до какой-то своей мягкой, стабильной фазы, вот тут у нас появляется еще один выбор. А что делать дальше? Бывает достаточно ничего не делать. Ну вот я прожил эту волну процесса, чувства, вот так вот поисследовав его, понаблюдав его, и все, она закончилась. А что осталось? Ну, моя жизнь осталась. Я продолжаю как-то жить. У меня что-то следующее вот в реальности происходит. Я куда-то иду, я сижу, я чем-то занимаюсь. Я просто уже не захвачен вот теми чувствами. Но, опять, бывает этого недостаточно. Бывает, что история постоянно возвращается и возвращается. Опять она что-то хочет мне сказать, видимо. И вот здесь лично в моей практике важен еще один элемент. Это создание новой истории. Вот когда я понаблюдал, поисследовал то, из чего состоят мои чувства и та история, то я могу по-другому на нее взглянуть. Я могу творчески на нее взглянуть, творчески к ней подойти. Потому что если я внутри, я очень вот такой вот квадратный, я закрытый, я внутри этой истории, и я движусь по каким-то рельсам, которые исходят из прошлого опыта. Это какой-то внутренний шаблон. Вот моя реакция такая, такая-то история, и вот только так и возможно. Я могу быть этим очень недоволен, что именно вот так.
Но тем не менее я не вижу, просто не вижу других никаких возможностей реагирования, возможностей переживания, возможности решения, может быть, какого-то конфликта, какой-то истории. Я закрыт. Когда я смог побыть вот с этим чистым переживанием, как он проявляется в виде феноменов, я уже как-то немножко открылся, я уже вышел из этой истории. Я могу понаблюдать за ней со стороны. А во-вторых, когда я вышел из истории, то куда я вышел? В некое пространство, открытое пространство, пространство возможностей. И вот тут из этого пространства я могу творчески повзаимодействовать с этой историей, я могу сочинить как будто бы новую историю. И тут подходят разные методы. Можно написать какие-то варианты. Причем написать разным языком. Я, например, люблю поэтический язык. Я люблю сочинять что-нибудь типа хайку. Сочинить про эту хайку. Про свои чувства, про свои переживания, про вот эту, например, ситуацию конфликтную, там, триггерную, какую угодно. И когда мы делаем это может быть, как я сказал, текст, а может быть рисунок, а может быть танец, может быть любое физическое и в то же время символическое действие. Потому что когда мы пишем, это ведь тоже физическое действие. Не только когда мы танцуем. Но в любом случае, это действие и это форма. Определенная форма упаковки этой истории. Мы можем назвать это искусством. Потому что любое искусство, фактически, это некая упаковка для истории. Да, будь то роман, стихотворение, опера, даже просто музыка, музыкальное произведение. Это тоже какая-то история, написанная вот таким языком, языком звуков музыкальных. Балет, вообще танец, это история, написанная телесным движением. И вот создав эту новую форму, мы можем найти новый способ и для протекания чувств, и, возможно, для решения определенной ситуации, если это, предположим, конфликт. Может быть, это приведет вас либо к отпусканию этой ситуации совсем, то есть, ну, бог с ним, вот, все это закончилось, этого нет и не надо. Может быть, это приведет к какому-то новому способу реагирования в похожих ситуациях, если, например, отношения с этим человеком, с которым у вас конфликт, остаются. Мы не знаем, к чему это приведет, к чему-то новому. И это уже хорошо, когда мы сходим с каких-то наезженных рельсов. Ну вот, такой ответ, собственно, на вопрос о том, как мы это делаем. Но тут еще надо добавить, что это сказать об этом легко, а сделать, в общем-то, нет. Потому что как раз проблема лежит там, где мы пытаемся с ней работать. В этом нашем захватывании. Захватывании нас этой истории, в погружении внутрь этих чувств или в сепарации от них, автоматической сепарации. Проблема в том, что это именно автомат. Соответственно, нам нужно каким-то образом преодолеть эту автоматичность и переключить себя на исследование. Переключить себя вот на этот, в этот творческий модус исследования и создание чего-то нового. Исследование и создание чего-то нового. И, собственно, выйти из автоматического модуса – это самое сложное. И что нам помогает здесь? Нам помогает формальная тренировка. Когда мы этим занимаемся, никогда уже нас захватила эта вся эта история. Какая-то серьезная такая, важная для нас история с этими сильными чувствами. А когда мы тренируемся на котиках, на мышах внутренних. И как мы это делаем? В формальных медитациях. Вот мы садимся, складываем ручки, ножки,
Можем закрыть глаза, можем с открытыми глазами это делать. Мы наблюдаем, что с нами происходит в этот момент. И вот я наблюдаю, наблюдаю. Вот ощущения. В груди, в животе. Вот дыхание. И через несколько мгновений меня может захватить история. Откуда ни возьмись, придет что-то, нечто. Воспоминания или думы о будущем. Тяжелые думы. Или тревожные думы. И вот тут-то моя задача распознать это. А, вот она история. Как она предъявляется? А вот так. То есть вот здесь мы исследуем. Мы медитируем для того, чтобы исследовать. Мы вот так садимся, сложив ручки и ножки, для того, чтобы исследовать себя, жизнь, прямо сейчас. Как она предъявляется мне? В прямом эфире, так сказать. И история меня может на достаточно долгий срок захватывать. Я вот сижу, сижу, наблюдаю дыхание, там ощущения какие-то в теле. Потом где я оказываюсь? О, где-нибудь на Багамах с коктейлем Маргарита. Кстати, никогда этого не делал. Но вот так вот получилось. Почему-то я там оказался. И могу провести там достаточно долгое время. В своей фантазии. Но в тот момент, когда что-то внутри меня, вот этот загадочный момент, что внутри меня обнаруживает, что я сейчас на Багамах, в этот момент, когда я обнаруживаю это, я могу снова распознать это как историю и вернуться. Угу. Вот мне есть куда вернуться. Вот к этому сидению, к этому ощущению себя, к дыханию. И тогда история это, она как знаете, как какая-то пелена. Мы часто вот прям видим это, как захватывает, как что-то приходит, вот эта история, и как туман какой-то. Потом, о, вот оно как, вот оно как. Вот был туман, а сейчас больше ясности. Вот я сейчас больше в контакте с реальностью. Потом опять история. Знаете, в буддизме есть такое качество, которое мы тренируем, апамада. Апамада. И слово помада означает... Опьянение. А означает не. То есть, а помада это не опьянение. Трезвость, то есть. И это определенная практика. Вот та самая практика осознанности. Это и есть апомада. Трезвление. Вот в христианской традиции тоже есть такое название. Трезвление. Когда приходят вот эти вот образы, эти истории, и они как будто опьяняют меня. У меня есть возможность проснуться в этот момент, увидеть это как историю, распознать это в виде вот этих феноменов. Ага, образ. Образ, я там на Багамах. Это всего лишь образ. И в этот момент оно исчезает. И я протрезвляюсь. Я... пробуждаюсь. Вот оно пробуждение. Буддизм это про пробуждение. И в этом нет ничего фантастического какого-то. Я увидел реальность. Вот как я увидел реальность. То, что у меня была эта история, и она вдруг исчезла. И передо мной вот просто вот, вот диван, вот компьютер, камера. Человек там в экране руками размахивает. Звуки какие-то я слышу. Ощущение тела я чувствую, дыхание. Вот это реальность. Я пробудился к ней сейчас. Мое опьянение истории ушло. Опьянение какими-то чувствами. И так мы тренируемся. Распознавать переживания, как они приходят. В том числе физически. Это хороший тренажер. Вот мы сидим и... Очень часто, если вы практикуете медитацию, вы можете слышать такие рекомендации. Сидеть важно, не шевелясь. Почему? Не потому, что это какая-то самоцель, а потому что мы прислушиваемся к внутренним импульсам.
Вы сидите, сидите. И чувствуете, что у вас нос зачесался. И если вы не тренируете себя, то вы делаете вот это. Вы делаете это автоматически. Вот вы снова автомат. Если у вас что-то затекло, что вы делаете? Вы делаете... Опять вы делаете это автоматически, вы снова автомат, вы снова машина. Когда мы даем себе задание, просто как формат, как контекст практики. Окей, я буду полчаса сидеть неподвижно. Не для того, чтобы помучить себя как следует. Для того, чтобы понаблюдать, для того, чтобы переключить внимание на процесс. Хорошо, нос зачесался. Что у меня там внутри дергается? Что ёкает внутри? Как рука начинает тянуться к носу? У меня затекла спина. Какой у меня рождается импульс, чтобы что там сделать? Выгнуться, там пошевелиться, подвигаться. Как это происходит? Я это замечаю, но не делаю этого. Таким образом, я отслеживаю тонкие-тонкие ощущения, тонкие импульсы, как они протекают во мне, в феноменальной реальности, в телесных ощущениях. Как у меня возникает нетерпение, скука. Скука – это частое явление в медитации. Ну, потому что что, вы сели и ничего не делаете. Надо же чем-то заниматься, а вы не делаете. Вы можете понаблюдать опять, вы можете... понаблюдать, поисследовать свою скуку, как она устроена, из чего она возникает. Тут у нас возник образ, ага, сейчас бы чего там, сейчас бы почитать, кино бы посмотреть, делом бы заняться. Как это переживается в виде образа, в виде слова? Какой-то, может быть, там внутренний голос вам говорит, так, чего расселся, чего... Вот это вот начинается внутренний диалог. Опять, как он появляется? Вот мы это наблюдаем. И вот в эти полчаса пока еще ничего не произошло. Вы встали утром, и у вас еще ничего страшного не произошло. Вы еще ни с кем не поругались. У вас еще нет никаких вот этих сильных чувств, которые вас захватывали. Вы просто сонный. И вот вы садитесь и начинаете свое исследование всех этих импульсов. Как история взаимодействует с переживаемым опытом прямо сейчас. Как режим... присутствие и режим истории танцуют друг с другом, как они взаимодействуют, как они играют друг с другом. Но есть нечто, что исследует это все. Исследует в виде вот этих прямых феноменов. Ощущение тела, образы, слова, звуки и так далее. И вот так мы тренируем это. И тогда, натренировав себя вот на этих котиках внутренних, в виде ощущений, когда они еще не сильно нас захватывают, в виде образов, когда они еще не сильно нас захватывают, когда они не сильно заряжены вот этими чувствами, эмоциями. Натренировавшись вот на таком уровне, у нас появляется больше шанса использовать это в боевых условиях конфликтов, каких-то вот этих вот так называемых триггерных ситуациях. То есть ситуациях, которые вызывают сильные чувства. Или вот ситуациях, которые сейчас возникают, или из памяти возникают. Ну вот, такой получился у меня длинный ответ на короткий вопрос. Но работаем мы, в принципе, вот так. Это и просто по, собственно, самой деятельности, самому процессу, как это делать. В то же время очень сложно, потому что сложно переставать быть автоматом. Очень сложно. Спасибо за внимание.